Проходит церемония подписания соглашения о межпартийном сотрудничестве между партиями «Единая Россия» и Индийский национальный конгресс. С индийской стороны подписывает генеральный секретарь Двиведи Мукул, с российской – секретарь президиума Генерального совета партии Сергей Неверов. Проходит церемония подписания протокола о межпартийном сотрудничестве между партией «Единая Россия» и Коммунистической партией Китая. С китайской стороны подписывает заместитель заведующего международным отделом Чэнь Фэнсян, с российской Сергей Неверов. На этом...